Аварийное растормаживание машин в Истанбуле. В этой серии мы поговорим о том, как растормозить приводные редуктора на машинах Истанбуле 400 и Истанбуле 600. Сейчас мы видим машину Истанбуле 400, приводной редуктор. Редуктора такого типа растормаживаются следующим образом. Берем шестигранник на 10, выкручиваем пробку. Сейчас мы видим, что редуктор заблокирован. Выкрутили пробку. Внутри мы видим штифт с прорезью под плоскую отвертку. Берем плоскую отвертку, надавливаем на штифт, проворачиваем примерно на половину оборота. Сейчас мы видим, что штифт выдвинулся нам навстречу. При этом редуктор расторможен. Теперь машину можно транспортировать. Когда растормаживаете машины, не забывайте про безопасность. Расторможенная машина может укатиться, если находится на склоне. Собираем все в обратной последовательности. Это была модель Истанбуле 400. Сейчас выполним похожую процедуру на модели Истанбуле 600. Для того, чтобы растормозить 600-ю модель, нам потребуется шланг высокого давления. Такие же рукава высокого давления мы используем для замера гидравлического давления. Для того, чтобы растормозить 600-ю модель, необходимо краны на ручном насосе подъема кабины и платформы установить в положение опускания кабины, накрутить на имеющийся здесь штуцер рукав высокого давления. Вторая точка находится в задней части машины, слева от самоходного шасси фрезы. Вторую часть шланга накручиваем сюда. Здесь также установлен кран. Ключиком на 10 поворачиваем кран, закрываем его. Сейчас вы видите, редуктор заторможен. После этого начинаем накачивать ручным насосом подъем кабины. Создаем давление в магистрали и растормаживаем редуктор. В данном случае мы растормозили сразу оба редуктора, и левый, и правый. Для того, чтобы затормозить обратно, необходимо перевести флажок насоса подъема кабины в положение вверх, либо повернуть краны подъема кабины. Надеюсь, ролик был интересный. Если остались вопросы, пишите в комментариях.